Так, теперь самое интересное. Как нарезается ткань для кованины. Нам понадобится роликовый нож для раскройки. Матовый коврик. Он не режется. Вот. Самые идеальные условия. Значит, наша задача нарезать вот примерно такого образа кованину. Это шашка 15 мм, вот это 8. Смотрите, как это происходит. Некоторые делают по линейке, но я уже от руки делаю. Принцип такой. Мы выбираем какую-либо шашку и ровно посередине ее нарезаем. Оп. Таким образом. Ну, дальше по накатанной. Чуть-чуть размечается. Ну вот, таким образом мы нашинковали нашу кованину. Теперь происходит самое интересное. Вуаля! И у нас готовая нарезка. Затем также кисточкой мы ее берем и аккуратно все в баночку складываем. Вот таким образом. Чуть-чуть пододвину, чтобы было видно вам. Кисточкой аккуратненько, для того, чтобы лишний раз не пушить ворс, мы это все дело. Оп, оп. Вот таким образом. Вот, собственно, и весь фокус с ковкой. Вот у нас 8 мм шашка, вот 15. Будем делать из гибрида. Если что-то непонятно, перемотайте на начало. По-моему, все доступным языком было объяснено. Все.